Всем привет! Сейчас вам покажу не вошедшие реакции в мой основной выпуск на канале Хижина Музыканта. А рубрика у нас называется «Гитарист притворяется звездой в чат-рулетке». Буду исполнять те песни, которые сейчас везде гремят, но на лицо этих авторов мало кто знает. Мы не видели с вами еще? Нет, такое знакомое лицо просто. Как дела у вас? Будешь петь? Да? Назови мне песню, которую ты любишь больше всего. У меня нет такой песни. Ну тогда давай свою спою, хорошо? А горький вкус твоей любви меня убил, теперь бесила ты змея. Пустила яд, любовный яд, а я так рад, что все прошло. И может быть, и не было, и ничего. Прощай, прощай, и никогда меня прошу, не вспоминай. А горький вкус твоей любви меня убил, теперь бесила ты змея. Пустила яд, любовный яд, а я так рад, что ты прошло. И может быть, и не было, и ничего. Прощай, прощай, моя любовь, и никогда не вспоминай. Ты очень классно поешь. Спасибо. Молодец. Хорошая песня? Да. Отлично. Не такая современная, да, вроде бы, как? Не слышали? Нет, классно. Слышали? Ну, мы вбухали в нее, конечно, 1150 на продвижение, так как меня еще никто не знает, но если где-то услышите, знайте, что, ну, вот моя песня. Серьезно? Да. Ну, она, блин, там нету таких битов современных, трэпчика, это, знаешь, такой, вроде как, кавказские мотивы такие, знаете. Ну, ну и ладно, кому-то понравится, правильно? Да, она у меня в аудио есть. А, есть? Да. А ты разве султан? Да. Чё ты врёшь-то, ну вот в наглую? Я сбрил бороду. Ну. Не, ну тут просто горький вкус, султан, Лагучев, правильно? Да. Не, Лагучев. А, ударение. Классно. Буду рад, если поможете этому ролику в продвижении. Для этого всего лишь нужно поставить лайк, написать любой комментарий и подписаться на канал. Привет. О, давай ты пой. Давай. Твоя подружка катит камни по Панамеру. Не, ну я давай свою спою, нормально. Давай. Стреляй по попам, убегаешь от меня. Смотришь мне в глаза, гра-та-та-та-та. Стреляй по попам, убегаешь от меня. Смотришь мне в глаза, гра-та-та-та-та. Я так тебя люблю, моя бэйби-мама. Своей красотой убила во мне года. Тебе не нужны Гуччи, Луи, Прада. Мани капает с небес, ну и ладно. Что на нас, эй, посмотри на нас. Что мы делаем с тобой, мы залиты сейчас. Что на нас, эй, посмотри на нас. Что мы делаем с тобой, мы залиты сейчас. Стреляй, па-па-пам, убегаешь от меня. Смотришь мне в глаза, гра-та-та-та-та. Стреляй, па-па-пам, убегаешь от меня. Смотришь мне в глаза, гра-та-та-та-та. Нормально. Пушка, пушка, просто, братан, нас дует классно. Давай запишем релиз. Давай, ты будешь... Инстаграм? Давай, пиши. В ТикТоке будешь пиарить мой трек, хорошо? В ТикТоке, да. Я в ТикТоке как раз сижу. Подожди. Записываю мой Инстаграм. Привет. Ого, медалистка такая. Чем занимаешься? Волейболом. Здорово. Вы на гитаре играете, да? Тупой вопрос, конечно. Нет, в принципе, логичный. Да, играю. Ну, еще и пою, кстати, свои песни. Что-нибудь споете? Ну да, свою сейчас спою. Сейчас. А горький вкус твоей любви меня убил, теперь бесила ты змея. Пустила яд, любовный яд, а я так рад, что все прошло. И может быть, и не было, и ничего. Прощай, прощай, и никогда меня прошу, не вспоминай. А горький вкус твоей любви меня убил.
знать, что все прошло, и может быть, и не было, и ничего, прощай, прощай. Никогда меня прошу не вспоминай. Класс, мне понравилось. Очень круто, спасибо. А вообще какие песни слушаешь? Я в основном музыку не слушаю. Ничего себе, что так, тишину любишь? Да, я люблю тишину, покой, одиночество. О, прям как я. Но мне приходится еще петь, потому что моя профессия. Вот. Ну да. А что вы сейчас типа рулетки у тебя... сидите? А? Сейчас рулетки? Да. Ну, иногда одиночество тоже бывает таким. Ну да, вот понимаю. Ну ты тоже по этой причине здесь. Да, да, кажется. Да. Историю. Круто. Что-нибудь еще умеешь? Да уж. Кого? Да уж, говорю. Кого? Да уж. Это что? Классная работа. Типа да, умею. Что, подожди, сейчас я забью. Да уж. Ну, типа умею. Это не артист. Стой, подожди. Да стой, что ты орешь, блин? Я 100 век разговариваю. Извини. Да уж. Да уж. Да уж. Ты что, ищешь артиста, да уж? Да, ты... Да, смотри, да, да. Ты спросила, умеешь еще что-нибудь играть? Я сказал, да уж. Ян, ты тупая. Да я думаю, что за исполнитель да уж. Всем привет, меня зовут да уж. Это мой ник. Ну, много всякого. Могу. Могу свою песню. Хочешь, сейчас свою песню спою? Да, давай. Смотри. Слышишь, братья, жизнь далеко не праздник, бум. Выбирай, на кого ты его тратишь, бум. И пускай нас замучает каждый, кто чего стоит, время покажет. Пока молодой, значит время дорог. Если надо будет, руби бит топором. Все, что потерял, то потом найдем. Так что давай, так что понеслась. Эй-я, 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 йо. Это не твоя песня. На бомбом. А зато куплет ты весь... Думала. Слушал так внимательно. Я думаю, что это такая пиздатая песня, блядь. Вообще-то обидно. Ты что думаешь, я такие песни не могу написать? Да нет, нет, я сначала думала, такая, нихера себе, мать. Все, ты меня раскусила. Органическая химия. Ну смотри, я еще одну песню написал. Давай, давай, давай. Что там будет? Виктор нет. Цой, блядь? Нет уж, так нельзя. Нет, я могу реально спеть свою песню. Сейчас, какую только? Ну, допустим, вот такую. Качели. Везде как не дома, везде как не свой. Тревожные чувства играют со мной. Сегодня в порядке, завтра снова на дно. В качелях скрипучих взлететь не дано. Сорвать из степи, улететь за мечтой. Вернуть беззаботные дни, где кружит лунный парк далеко над землей. Счастлив я и таким сохрани. So I see people on a plane on blue. Oh, I wanna fly with. I wanna fly with you. Где моя любовь за облаками? Где за горизонтом малый закат? Скроется солнце, вспомнится ночь. Томные очи, твой аромат. Твой аромат. Твой аромат. Хочешь твою песню проверять? Не надо? Давай проверим. Как проверить? Ну, у тебя же компьютер там. Ой, аромат написать, знаешь, что это? Нет, напиши Арслан, качели. Качели. Арслан, Арслан. Ты Арслан? Никнейм, да. Ну, латиница. Арслан качели? Если у вас возникло желание научиться играть и петь по моей методике, как я, то спускайтесь в описании под видео, кликайте и начинайте путь к своей мечте. Исполняйте любимые песни, легендарные песни, не останавливайтесь ни на чем, у вас все получится. Это так и надо. Привет. Привет. Как ваши дела? Супер. Да. Супер, как у тебя? Да нормальненько тоже. Сижу, пою потихоньку.
Есть любимые песни? Могу спеть вам что-нибудь. Давай, знаешь, песни, Ну, можете просто перечислить исполнителей, которых любите. Любимых артистов, типа. Давай. Ну, блин, не знаю. Макс Корж, давай. Любую песню? Да. Так, всякое многое. Много всякого интересного у него. Можно спеть. Повеселее, что ли, или наоборот? Да, как хочешь. Вообще как... любой. Да. А давай это тогда. В истерике кружилась мама Валя. На заднем фоне замер папа Дуля. В радиусе метров царился жесточайший хаос. Когда всем понятно стал, сын остался без диплома. Мама, не кричи, хватит плакать, не спи. Я не спорю, надо, но послушай, отец есть. У меня своя волна и на своей волне. Меня где-то поджидает успех. Круто. Ой, да, нам очень понравилось. Классно. Вам песни еще не пели, что ли, здесь? Нет. Нет. А, вы здесь, типа, недавно сидите? Ну, относительно, да. Ага. Ну, спасибо, что послушали. А, этот... Что насчет картины, которая над вами, что она означает? Это денежное дерево. Да, денежное дерево, да. Какое денежное? Да, да. Ой. Моя мама выбирала картину. Она мне не очень нравится, но... Но деньги приходят. Нет. Нет, это не работает. Нет? Не работает? Ну да, продай без палева на вид. И поставь свои. Денежное дерево. Да, денежное дерево особенное, типа, приносит деньги, все там распиши и продавай. Да, да. В принципе, можно, но мама ругать будет, поэтому лучше не надо. А может, она не заметит? Тоже такую что-нибудь черную купи. Черный квадрат просто Малевича. А, ну, идея, кстати. Скажешь, ну, монеты обесцветились. Ну, да, обесценились. Боже, как хотел я увидеть свет. И какой считал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вдруг увидел солнце и тогда себе сказал: я выбираю